Что такое лягушечки? Ква. А, ясно. Здесь все еще беспорядок. Ква-ква. Извини, но целовать я тебя точно не буду. Хорошо, я принимаю твои извинения и очищу твой пруд. Убрать сорняки из воды. Если эти большие деревья символизируют дядю Артура и его брата с сестрой, то я не могу оставить их в таком виде. Пора вас всех подстричь. Много сорняков спустя. Вот так гораздо лучше. В этом месте действительно есть что-то волшебное. Эти деревья. Неудивительно, что я чувствую с ним связь, день. С тобой все будет хорошо. Деревце. Возможно, и со мной тоже. Убрать сорняки из воды. Сейчас очищу этот пруд. Да-да, я работаю над этим. Ква! Я стараюсь работать как можно быстрее. Много сорняков спустя. Все чисто, никаких болотных монстров. Кроме вас, конечно. Ква-ква. Плохая шутка? Простите. Беру свои слова обратно. Дзынь-дзынь. Это Филипп. Мне не следует отвечать. Иначе я просто наору на этого старого скользкого ужа. Фу, я говорю прямо как мама. Дыши глубже, Лили. Ответить на звонок Филиппа.